светлых и просторных группах еще до официального открытия шумно. У маленьких жителей микрорайона «Мегаполис» первое знакомство с воспитателями, яркими игрушками и друг с другом. Сад примет 135 воспитанников. Микрорайон развивается активно, прирастает новыми домами. Большинство жителей – семьи с детьми. Строительство этого сада послужило для многих стимулом для появления второго и третьего ребенка. Так что мы очень рады. Впечатления самые просто положительные. Мы ждали открытия детского садика, потому что для нашей семьи это очень актуально и важно. У нас еще маленький мальчик, которому год и 8. Нам сказали, что на следующий год он тоже пойдет. С дошколятами заниматься будут высококлассные специалисты. Штат укомплектован. Современное оснащение позволит освоить десяток направлений. Планируется заниматься робототехникой, лего-конструированием, также шахматами. Детский сад укомплектован современным оборудованием. Есть смарт-панель, интерактивный пол, интерактивные столы, световые столы для рисования песком и водой. Интеллектуальные игры, квесты у каждой группы своя. Необычная начинка. Впрочем, гости предпочли классическую игру в шахматы. Сразу видно, шахматисты. Но... Так. Знаю. Наверное, вот. Всем необходимым оборудован и пищеблок. Первая партия выпечки уже в духовом шкафу. 80 мест в саду «Мегаполис» для самых маленьких – детей от 2 месяцев до 3 лет. Этот детский сад стал 7-м дошкольным учреждением, сданным в этом году. Детский сад у нас хороший, лучше сада не найдешь. Обойди хоть весь район, лучшим будет все же он. Детский сад построен в рамках реализации национального проекта «Демография», проект, который был поддержан и запущен президентом нашей страны Владимиром Путиным. Эту работу мы будем и дальше продолжать, и делать все, чтобы наши дети росли здоровыми, крепкими и, конечно же, высокообразованными, потому что наши дети – это наше будущее. Мы сегодня прошли по кабинетам, душа радует, что коллектив подготовленный, люди горят душой, чтобы принять ваших детей и заниматься с ними. Вы посмотрите, какое оборудование, какая уже специфика. Мы с вами встречаемся в канун Нового года, Рождества. Позвольте от имени полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Игоря Олеговича Щеголева, от имени аппарата полпреда, от себя поздравить вас с наступающими праздниками и пожелать в новом году всего самого доброго. Уже добрая традиция – передача символического хрустального ключа. Для гостей – концерт от главных героев праздника. В преддверии Нового года, как водится, сладкие подарки малышам. Елена Лущицкая, Максим Кузнецов, Игорь Винничук. События, Брянский район.